have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами в Бихолдере. Мы там проверяли в прошлый раз. Да, можно пойти в библиотеку. У нас 7 часов дома. Остаться дома, погоди. Что у нас нового по счетам? Я давненько, ну не то что давненько, уже несколько дней не заходил в игрушку. Я немножечко растерял, что тут и как надо делать. Продукты питания, кабельное телевидение, черт. У меня остается очень мало времени. У меня есть какие-то квесты по деньгам. Кто ты? 500, 500, 10 тысяч. 10 тысяч. Да. Так, ладно. Дал новое задание. Нужно найти компромат начальника, расхитить библиотеку, достать книгу из библиотеки. Это мы можем пойти в библиотеку сейчас. Давайте на это потратим 2 часа. Надо прийти домой, позвонить и узнать насчет... Я, в принципе, могу уже сейчас нашего итальянского друга сдать. Но он не итальянский, на самом деле, но он такой. Встретила пространством и пустотой. За стойкой скучала миловидный библиотекарь в мышиного цвета костюме, который не мог скрыть ее аппетитных форм. Найти книгу самостоятельно. Вы находите в каталожном ящике карточку книги «Философия страдания». Но на полке стоит другая книга «Фарш. 100 видов приготовления без использования, использования мяса». Нужной книги нет. Спросить. Авторитета можно, кстати, надавить. Я бы предпочел авторитет, чем деньги. Выслушав вашу просьбу, глубоко вздохнула, окатила вас горячим взглядом и начала листать какие-то документы. Через пару минут она сообщила, что книга философии страны находится в закрытом фонде. Чтобы получить ее, нужно специальное разрешение. Сделать комплимент. Включив обаятельность на максимум, вы просите девушку войти в ваше положение и помочь с книгой. Зардевшись, она шепотом сообщает, что разрешение — это формальность. Но в секретном фонде недавно произошел потоп. Все книги перенесли и свалили в другое помещение. И теперь там сам черт ногу сломит. Поискать вместе? Да. Книга нашлась, кстати. Еще какая-то? Погодите. Девушка обрадовалась и повела вас вглубь библиотеки. Там действительно оказалась небольшая комната с диваном, почти до потолка, заваленная книгами. Книга нашлась довольно быстро, но уединение и искры, пробежавшие между вами еще в начале общения, надолго задержали вас. Когда вернулись в читальный зал, раскрасневшаяся библиотекарь поправила прическу и, хихикнув, выдала вам в дополнение к вашему заказу мир антенн. Размер не имеет значения. Девушки, вы не запомнили, зато вы... выполнили просьбу де Сальва. Это лучший исход просто. То есть, всего лишь отдав час, я получил дополнительную книгу, не потратил денег, не потратил авторитета. По-моему, вообще идеально разошлись. Так, естественно, смотреть из этого ничего не буду. Пойдемте почитаем. У нас есть 4 часа, посмотрим, во что мы сейчас эти 4 часа вложим. Мир антенн, это, скорее всего, будет экономия на телевидении или новые программы на телевидении. Сейчас посмотрим. Мир антенн, новый навык экономии счетов за телевидение. Ой-ой-ой, это прям хорошо. Оставшиеся 4 часа вбиваем сюда, нам нужно будет и то, и это. Теперь, просьбу до Сальвы мы... позвонить надо, стойте, у нас 10 минут осталось, но вроде время тут не имеет значения. Хотя, черт его, давайте позвоним. Мы в минус 300, это прям отвратительно. Позвоните в архив. Давайте, запросим. Я хотел бы получить информацию об Энтони Салерно. Ожидайте. Энтони Салерно также известен как Толстый Тони, бывший глава мафиозной группировки Спагетти. Находится под программой защиты свидетеля, распределенного министерства в отделе обработки обращений граждан. Куратор офицер полиции Джейкоб Хьюз убит 2 года назад. Новый куратор не назначен. Значит, его все-таки убили 2 года назад куратора. Спасибо за обращение в Министерство информации.
Варфив, я больше... Погодите, Каннингему мы не можем позвонить? Алло. Так, Джеймс, это Эван, слушайте. Я нашел тайное убежище Альберта де Сальва. Он построил под кабинетом тайную комнату, в которой пытает и убивает людей. Я почему этого раньше не сделал? Тайная комната, ты уверен? Абсолютно уверен. Теперь мы можем его арестовать? Не так быстро, Эван. Я уверен, что он найдет правдоподобное объяснение для всего. Скажи, что пытал врагов народа, и ему, естественно, поверят. Что ж мне делать? Ну, чтобы что-то большее, чем пытки и убийства людей. А, то есть пытки и убийства людей. Ну, нам нужно что-то большее, да. Куда ж больше-то? Не знаю, нужно найти в этой комнате что-нибудь, что припрет его к стенке и выведет на чистую воду. Хорошо, Джеймс, я попробую, хотя я не представляю, что может быть хуже. До связи. Получается, мне нужно к нему проникнуть. Угу. Угу. Так, на самом деле меня сейчас пугает, я сейчас приду в офис, какой будет счет в суперигре, если опять не в нашу сторону. Вот это меня пугает, наверное, больше, потому что мы ограничены, получается, по времени, нам нужно или до конца суперигры свалить отсюда, или, блин, я даже не знаю, выиграть суперигру? Так, хорошо. Пойдем расскажем толстому Тони, что случилось с его куратором, и потом пойдем заниматься нашим шефом, наверное. Так, поехали наверх. Суперигра, будь в нашу пользу, пожалуйста. Ну, пока что нормально. Хотя, может быть, придется сегодня немножечко поработать, чтобы заручиться плюсом. Так, куратор. Джон, то есть Тони. Толстый Тони, пер фавор. Да, прости, я узнал, что случилось с твоим куратором. Он мертв. Его делами никто не занимается. Похоже, про тебя забыли. Не забыли. Они меня забыли, бастарду. Маскальцоны, каналья. Вот каналья, кстати, наверное, понял. Да, бастарду тоже. Тише, успокойся. Толстый Тони, пожалуйста, ты не понимаешь. Они обещали, что будут охранять мою семью тоже. У тебя все же есть семья? Мадонна, конечно, у каждого мафиози есть семья, ведь главное это семья. У меня еще есть жена и ребенок, только я не знаю их нынешнего адреса. Эти каналья не говорили даже мне. Ты можешь узнать, что с ним случилось? Согласиться. Я не знаю почему, но этому чуваку хочется помогать, хотя он мафиози и все дела. Мадонна, Эван, ты святой. То есть я мог бы уже давно отправить его в измельчитель за это, но почему-то ему хочется помочь. Уж даже не знаю. Так. Давайте сначала сдадим квест. Да. Сначала сдадим квест с книгой. А потом попробуем поискать что-то в этом вот... Про книгу. Эван, ты принес мне книгу? Отдать. Вот ваша книга. Хоть немножко этого опыта пополни себе. Я заглянул в нее одним глазком, ну и звери были наши предки. Зато они знали толк в пытках. Спасибо, Эван. Если что-то понадобится, я тебя еще позову. Закончите разговор. Теперь вываливаемся и ждем, пока он уйдет. Полтора часа, конечно. И... А можно нам... попасть тут? Так. Давай-ка еще раз твой стол обыщу. Да, там так ничего не появилось. Жаль, полчаса потратил впустую. Блин, серьезно? Потратить полчаса, чтобы узнать, что стол пустой? Камон. Так, ок. Дверь открыта. Новые фотки так и не появились. Новые переписки не появились. Блин, а что будет, когда он меня второй раз там застукает? Так, мы свернем пока что, пока мы в эту сторону бежим.
Тут должно быть место, которое я могу обыскать. Рабиндранат этот мертвый. Я даже тыкнуть на него не могу. Тумба. Обыскать. Там железная дева, что ли, или мне кажется? Ключ, этим ключом открывается какой-то механизм пыточный. Это я заберу. Иностранное лекарство я заберу. Сейф я тоже заберу. А, этим ключом открывается... Так, нет, стойте. Давайте откроем сначала... до безобразия жестоких хладнокровен. Обладает острым и изобретательным умом. Весьма опасен как в стенах министерства, так и за их пределами. Его эксперименты и любознательность — признак психопатической натуры. При первой же возможности рекомендовано психопатическое освидетельствование, психиатрическое, по результатам которого, вероятнее всего, будет рекомендация не только отстранение от занимания должности, но и полная изоляция от общества вкупе с принудительным лечением. Психиатрическое исследование затруднено постоянно пропадающим без вести сотрудниками клиники, направленными к Десальво. Рекомендации: провести принудительное исследование психики под контролем сотрудников ОВР Редгрейв. Это наш батя про него писал такое. Могу ли я... пятнадцать минут. Я могу там что-то по... Реки крови. Ох, ё. Там вообще ВЦ, да? Вырезана цензура полностью. Твою за ногу. Нет, Десальва, больной ты урод. Нет, это же... дети! Ты ж, ёлки-палки. А вот это я с этим ничего не могу сделать, да? Да. Можно я, пожалуйста, убегу отсюда? Я не буду на это тратить 15 минут. А, нет, 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 я сначала отсюда убегу, потом я посмотрю квест. Ну его нафиг. Ходу, ходу, ходу. Хорошо, позвоните Каннингему. Я могу это только из дома сделать. И получается... Стойте, получается, мне по заданиям на работе делать нечего? Узнать в архиве адрес семьи Салерна. Это мне за это... Он мне заплатит. Победить в суперигре. Пойду, наверное, поработаю немножечко. Ну, хотя бы часик. Во-первых, это повысит наши шансы на суперигру. Во-вторых, отсюда я в архив не могу позвонить. Как раз 15 минут. Сдать информацию о коллегах. Погодите. Вот сдать информацию о коллегах, это у меня будет как небольшой, так скажем, бонус на тот момент, если мне срочно понадобится... Так, мне на Отто ничего нету. На тебя 25. Ужас. Я узнал, что Альберт пытает и убивает детей. Это, за это мне еще 25 заплатят. Да, за Смита я могу получить сотку, но я не уверен, что пока хочу это делать. Пойдем немножечко поработаем. Совсем чуть-чуть. Просто капелюшечку. Я очень надеюсь, что у нас получится... правильно заполнить бланки. Вот серьезно, вот в этот раз бланки заполнять прям трудно. На первом этаже было много ошибок, да, но здесь это еще сложнее. Поехали. Итак, посетитель, добрый день, хотел бы сообщить, что радиофизик Морис Геккер собрал из старых приборов приемники по ночам слушать запрещенные южнобарийской радиостанции. Запрещенные. За это, между прочим, каторга полагается. Значит, это донос. Министерство порядка. Спецгруппу министерства.
на жалобу, начать проверку минтехники, социальной заботы, одобрить донос в министерство, одобрить. Да, это правильно. Следующее. Внести в расстрельный список труда, соцзаботы, Минкультуры, техники, Минсоцзаботы, патриотизма. На обработку доносов патриотизма, наверное. Ну, потому что... Ну, блин. Ну, это ж патриотизм, то, что он слушает, да? Давайте... Я не знаю, это, ну, как бы это логично. Да, это правильно. И теперь отправить в архив Министерства порядка. Ну, пустить в работу Минтруда. Отправить в архив любое министерство. Уничтожить запрос Минсоцзаботы, в Минпатриотизма, культуры, патриотизма. Я думаю, архив... Да. Отличненько. Отличненько. Давайте пробуем еще одно. Мой начальник Иржи Шипс поставил под удар честь и совесть завода резиновых изделий. Сначала мы выпускали шины, затем заказов стало меньше, и мы стали выпускать полицейские дубинки. Посетитель. А теперь он предлагает нам производить резиновых уточек. Уточек, прошу принять меры. Начальник Ирж. Это донос в Министерство труда. В Минсоцзаботы, порядка, науки, техники, порядки, проверку жалоб в Минтруда. Я думаю, вот это. Теперь внести в расстрельный список за донос. Внести в расстрельный список Соцзаботы, культуры, науки, заботы, патриотизма. В расстрельный список внести? Хорошо. Пустить в работу донос Министерства труда. В архив любое министерство, соцзаботы, патриотизма, культуры, патриотизма. Я думаю, пустить в работу донос Министерства труда. И это правильно. Удивительно. А, это я, кстати, 200 получил за выполнение плана. Давайте еще один. Посетитель, мы подготовили план мероприятий по случаю Дня города. Он у меня с собой. Кому его передать? Культура, спорт. Наука, техника, порядок, забота, порядок, Минтруда. Наука, техника, соцзабота. А тут, ну, как бы, ладно. План мероприятий. День города. Значит, проверка в Минсоцзаботы. Начать проверку в Минсоцзаботы? Нет, погодите. Одобрить донос. Это не донос, это информация. Проверку. Донос. Проверка, донос. Проверка. Жалоба. Начать проверку доносов минутки. А ну... Ну это же информация. Ну, наверное, вот это. Я ошибаюсь, наверное. Нет, это правильно, офигеть. Получается, внести в расстрельный список Минтруда. Расстрельный список Минтруда. Отметить в личном деле донос в Минкультуры. Отметить, наверное, в личном деле. Да, это тоже правильно. Отправить в архив Минпорядка. Пустить работу донос Минтруда. Отправить в архив любое министерство. Соцзаботы. Патриотизмами. Уничтожить. Нет. В архив надо было. Жаль. Тогда, наверное, все. Пойдем домой. Фишка в том, что у нас сейчас придут опять новые счета, и мне опять придется их чем-то платить. А денег я вообще не зарабатываю ничего. Мне как-то за 10 дней нужно будет выплатить
тот сраный штраф. А, ага, сейчас. Собрался я с иностранными таблетками идти на выход. Опусти меня, чувак. Мне срочно в цветочке покопаться надо. Аппликации. Ладно, сложу здесь. Главное не забыть, что таблетки у нас лежат... Цель бесполезна, если не можете их обналичить. Может, я смогу их как-то обналичить? Ну, ладно, не знаю, посмотрим, что с этим делать. Надо было их в автомат закинуть. У меня же в автомате вся запрещенка лежит. Ладно, не забываем. В автомате лежат часы, деньги. В цветочке лежат таблетки. Все, не забываем про это. Еще сейчас тогда на выходе пошаримся... вот здесь... Возможно, что-то найдем. Нет, фиг мы тут что-то найдем. Фишка в том, что даже если я получу повышение, это все равно не решит моих проблем с, со штрафом. Мне все равно придется его заплатить. То есть, получив повышение, я выиграю супер игру, да. Но при этом... Два новых счета выписано. Ну, блин. Сбор на нужды армии и тыла. Чтоб ты провалился. Так, аренда жилья 270. Погодите, а если я почитаю? Я хочу просто сразу... Это же у меня на аренду жилья этот... блин, чертов телек. Бесит меня. Почему ты каждый раз загораешься? Тут же нет ничего нового. Но при этом делает вид, что есть что-то новое. Я сейчас получу бонус на аренду жилья, так? Теории быт. Навык скидка на аренду жилья. Раз, два, три. 60%. Отлично. Теперь, там было 270. Посмотрим, это будет действовать на сегодня или нет. Пожалуйста. Я понимаю, что мне еще 500 придется заплатить. Да, супер. Тогда я отдаю 600. Просто грабеж. Просто, зараза, грабеж. Это козец какой-то. Блин, а если у Кехлера можно что-то продать? Это было бы прям хорошо. Давайте тратим тогда еще 3 часа на... читку вот этой книги, еще 3 часа у нас остается. Но это не так много. Давайте звоним в архив. Узнаем, что с семьей творится. Потом звоним Каннингему. Набрать номер, архив. Да, семью. Хочу получить информацию о семье Энтони Салерно. Ожидайте. Семья Энтони Салерно, жена Розабелла Салерно, сын Виктор Салерно. Находится под программой защиты свидетелей. Проживает по адресу улицы Вождя, 31. Спасибо за обращение Министерства информации. Супер. Но с деньгами мне все равно паршиво. Я не знаю, где достать такую сумму денег. Так, ладно. Набрать номер Каннингем. Про Альберта. Это Редгрейв. Ты нашел что-то на Сальво? Сдать его к черту! Когда я брался за это дело, Джеймс, я предположить не мог, что столкнусь с таким. Меня до сих пор тошнит. Что ты видел? Это ублюдка, целый дворец пыток под его кабинетом. И говорят, дворец, я преуменьшаю. Там настоящее царство, кошмара, где он пытает и убивает людей десятками и сотнями. Вот же, зараза. Но он умен, Эван. Он просто представит все так, будто уничтожил врагов народа или что-то в этом роде. Черта с два, я нашел немыслимое, Джеймс. Он сволочь, там были дети. У меня нет слов. Вы должны остановить этого монстра, иначе я больше пальцем не пошевельну для вас, слышите? Именно для этого я тебя туда и отправил. Мы с тобой сделаем этот мир чуточку лучше. Завтра встречаемся у метро, этот урод получит по заслугам. Все, я его сдал. А теперь, что будет с Тони?
Я не хочу его подставлять. Я надеюсь, что я скажу ему, где его семья, и он просто свалит из министерства, и мне тоже засчитают это задание. Привет, Эван. Ну что, готов? Готов, Джеймс. Отлично. Пойдем арестуем этого ублюдка. Че вы хотели? Альберто Сальво, вы арестованы. Вы уверены, что поступаете правильно? Я начальник этого этажа. Мы знаем, кто вы. Мы долго за вами наблюдаем. Могли бы и дальше закрывать глаза на ваше хобби, но вы перешли грань. Вы убиваете детей. Чушь, у нас нет доказательств. У нас есть все, что нам нужно, плюс показания свидетеля. Свидетеля, Редграф, я знал, что тебе нельзя доверять. Когда доберусь до тебя, то сдеру с тебя кожу, потом достану кишки, потом... Увидите этого психа. Я вырежу тебе глаза, Редграф, я переломаю тебе все кости. Я Альберт де Сальва, я начальник. Минус два. Эван, ты проделал отличную работу. В жизни бы к ней не прикасался. Я понимаю, этот ублюдок перешел все границы. Что мне делать дальше, Джеймс? Чем дольше я тут работаю, тем больше мне хочется отсюда сбежать. Работа еще не закончена, Эван. Если на этом этаже работал такой экземпляр, представь, что творится выше. Сомневаюсь, что хочу работать дальше. Эван, разведка, разгадка тайны смерти твоего отца находится на самом верху министерства. Если ты хочешь его узнать, что с ним произошло... Если хочешь его узнать, что с ним произошло, нужно подать заявку на повышение и идти дальше. Хорошо, Джеймс. Для чего же паршиво? Блин, ребят, мне деньги нужны. Так-то, по-хорошему. Черт. Я не знаю, где мне деньги достать. Я прям вот не знаю. Причем в таком количестве. Эти твари еще собирают то на нужды армии, то еще в какое-то говно. Так, чел, скажи мне, пожалуйста, сейчас уйдешь к своей семье. Я не хочу тебя сдавать, но мне уже пора на повышение. Я не могу столько тянуть. Говорить обо всем? Погоди. Стой, 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 стой. Небольшая помощь. Проверить дом! Пойдем работать. Что нам еще остается делать? Мне нужно было проверить дом. Нужно было сходить. Я думал просто рассказать ему про адрес. А, следующий. Здравствуйте. Мой супруг утверждает, что ученые доказали, будто бутылки красного вина в день снижает риск инфаркта на 50%. И что вы хотели? Я хотел получить информацию, официальное опровержение, потому еще полгода с этим сторонником здорового образа жизни я не выдержу. Так, запрос. Запрос Министерства патриотизма, запрос обращение в Минтруда, науки и техники. Так, информацию... Донос, жалоба, проверка. Я думаю, вот так. Да, вот так. Выписать ордер. Так, это было за патриотизм или за... Так, ладно, за науки и техники там тоже подходило. За подачу информации. Нет, ордер на арест в обращении... На обработку соцзаботы, патриотизма, соцзаботы, Минтруда. Минтруда. Отправить на отработку за информацию в... Я думаю, ордер. Нет, 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 нет. Не ордер, погоди. Это мы сейчас решаем, что делать с... Отправить на отработку. Отметить в личном деле. Да. И отправить в архив соцзаботы. Я думаю, в архив. Отлично. Давай еще.
Добрый день, я работаю на почте закрывальщицей. Кем? Закрывальщицей писем. Я заклеиваю письма после прочтения цензором. Языком, заметьте. Так вот, какие-то шутники стали добавлять в клей для конвертов выжимку перца. У меня опух язык, я не могу работать в таких условиях. Это Министерство труда. Одобрить обращение в Минтруда. Так, наградить за патриотизм. Так, нет. Выписать ордер ареста в обращении патриотизма, заботы, патриотизма, заботы. Наградить за информацию в Минтруда. За жалобу. Так вот, какие-то шутники. Наградить за информацию? Или в расстрел? Да, в расстрел надо было. Черт, ладно. Пустить в работу донос Минпорядка, Минзаботы, труда. Уточнить данные доноса. Вот это, кстати, нам ни разу не попадалось. И это здесь правильно. Мы могли выиграть это. Так, ладно. Вы мне за все ответите. Вы мне сейчас точно за все ответите. Успокойтесь, пожалуйста. А вот не надо меня успокаивать. Я привела ребенка посмотреть на соревнования по синхронному плаванию. И что я вижу? Полуголые девицы задирают ноги на потребу публики. В этом же вся суть спорта. Вот не надо мне тут порнографию оправдывать. Мой мальчик полную бороду слюней напускал от негодования. Я требую запретить вид спорта, как развращающий нашу молодежь в трудное время. Ясно. Это получается жалоба в культуру и спорта? Патриотизма, порядка, науки, техники, труда, соцзаботы. А тут, конечно, и Министерство культуры и спорта. Но... заботы. Наверное, нет. Не, это правильно, прикиньте. Министерство соцзаботы. Так, отправить на отработку за информацию. Отметить личное дело жалобы на патриотизм. Выписать штраф за запрос. Минтруда. Я думаю, отправить на отработку. На отработку за информацию в Минсоцзаботы? Да. И уничтожить? Уничтожить тут только одно. Отправить в архив доносы в Минсоцзаботы. Ну, давайте в архив. Правильно. Офигеть. Поехали еще. Я еще и план выполнил. Так, Министерство патриотизма, паситель, мой сосед, оформитель Питер Блесс, вчера вечером сказал, что наш герб это пирамида днищем кверху. Так, это донос на соседа. Патриотизм. Засекретить запрос, это не запрос. В Минсоцзаботы. Жалоба порядка, начать проверку. Доноса в Министерство патриотизма. Да, вот это. Можно было два? Окей. Я понял. Ну, типа, это правильно, но можно было и другое. Теперь, наградить за подачу информации в любое министерство. Выписать ордер на арест? А, второе, это что мы делаем с... Я понял, а третье, это... Соцзаботы, порядка, трудно. Уничтожить донос. Да. Ладно, чуток не сложилось. А почему 15? Первое же тоже было правильным. Вы чё? Это печально. Ну, давай еще одну.
Посетитель, мне нужна справка о том, что у меня нет судимости. Куда я могу обратиться, мистер Распорядка? Засекретить запрос патриотизм, соцзаботы, труда, техники, патриотизма, порядка. Отклонить жалобу. Это не жалоба, это запрос. Засекретить информацию в Минноуке. Потому что у меня нет судимости, куда я могу обратиться. Засекретить информацию. Это же не жалоба. Блин, это глупо, это не то. Это то, офигеть. Так, выписать ордер на арест за обращение в Минпатриотизма. Отметить в личном деле в Минпатриотизма. Заботы Минтруда. Внести расстрельное за жалобу в Минтруда. Вот это? Да, правильно. И теперь отправить в архив заботы, Минсоцзаботы, порядка, соцзаботы. Уточнить данные доносов. Пустить в работу доносы в Минтруда. Уточнить или пустить? Блин. Вот я сейчас тут ошибусь, да? Нет, это правильно, офигеть. Ну, мы типа чуть-чуть денежек зарабатываем, да, я понимаю, но как бы понимаете, в чем прикол-то. Давайте тогда так. Я до конца этого дня поработаю. Просто это будет сейчас реально долго. У нас еще осталось 6.50. Я оставлю себе часа, наверное, 2-3, плюс еще 2 часа мне добавится, когда я приду домой. Мне тогда хватит сходить, посмотреть, что творится с семьей Энтони, но мы это будем делать уже в следующей серии. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда.